Сразу в двух засвияжских селах идет строительство новой системы водоотведения. Финансовую поддержку на ремонт и реконструкцию изношенных коммунальных систем региональной столицы выделил федеральный центр. Самые масштабные работы проходят в Боратаевке и Кротовке. Там прокладывают более 12 километров новой напорной канализации. Как итог, почти 3000 человек смогут сделать свою жизнь более комфортной. Сегодня уже практически завершено устройство траншеи под новые трубы. В настоящий момент Кротовка, насколько мне известно, это исключительно откачка машинами, лососами и слив стоков в коллектора. Данный проект позволит убрать эту неудобную, ненадежную функцию. И уже в автоматическом режиме насосные обе будут перекачивать стоки в город и уже в центральный коллектор. Работы проводятся в зоне индивидуальной жилой застройки. Перед подрядчиками поставлена задача прокладывать новые трубы без повреждения покрытия с минимальным количеством раскопок и земляных работ.